Мини-супермаркет федеральной системы исполнения наказания открылся на Венцика 24. Здесь можно купить разнообразную продукцию, которая производится заключенными колонией Самарской области. От одежды и средств личной гигиены до продуктов питания и стройматериалов, предметов досуга и сувенирной продукции. Для горожан это товары по доступным ценам, для заключенных это оценка их труда и возвращение к нормальной плодотворной жизни, рассказывают представители уголовно-исправительной системы. Учим людей работать, учим людей зарабатывать собственным трудом, собственными силами. Многие осужденные освобождаются уже, они же зарабатывают деньги, чтобы начать правопослушную жизнь. Мини-супермаркет – это совместный социальный проект УФСИН России по Самарской области и городской администрации. Товары наверняка станут популярными не только у самарцев, но и у гостей города. Это важно, здесь и трудоустройство рабочих мест, и действительно продукция очень достойного качества. Мы же должны показывать и реализовывать эту продукцию на территории Самарской области. А с учетом того, что сюда приходят у нас туристические пароходы, именно многие вещи, которые сувенирные, они также разъедутся в разные города. В колониях Самарской области открыто 12 различных производств. Некоторые работают под брендами известных торговых марок. Чтобы попасть на работу, заключенные без образования заканчивают специальные или высшие учебные заведения. Некоторые после выхода на свободу продолжают и дальше трудовую деятельность, не возвращаясь в криминальную среду. А для тех, кто еще за колючей проволокой, планируют открыть новые производственные линии. Основная цель – это создание дополнительных рабочих мест, чтобы максимальное количество осужденных были заняты трудовой деятельностью. Ассортимент товаров в мини-маркете УФСИН на Венцика насчитывает более 1000 наименований. Цены ниже рыночных. Магазин работает по будням с 9 утра до 5 вечера. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.